Так, ну что ж, дорогие друзья, сегодня мы с вами начнем создавать робота. Вернее, не самого робота, а его части, потому как я понял, что ничего лучше не может быть для обучения, это создавать или кусочки, или целые части маленьких роботов. Почему маленькие? Ну, потому что они милые, они мне нравятся такими. Я возьму для начала вот такую сферу, допустим, да, сделаю здесь полосочку и здесь. Могу, конечно, немножечко поменьше сделать сюда вот так и окей и вот это. Окей. И потом выделим обе и скажем, или вот здесь, или просто C нажмем. Он спрашивает, на какой будем резать-то? Вот здесь, я говорю, будем резать, да. Вот. После этого удалим обе линии. Не нужна ни опля. Эту удалим линию и вот эту удалим линию. Ну и дальше, конечно, вот эти две. Тынц. Вот так получилось. Чудненько. Так, теперь мы перейдем в это состояние, да? Ну и опять же возьмем. Так. И еще раз вот так. Окей. Показалось, что слишком широко я тут сделал. Давайте мы уменьшим. Солид. Оно уже не уменьшается, да? Тогда попробуем уменьшить вот эти. Ну, их очень не надо. Сделаем так, как оно есть. Итак. Так, это у нас резать будем С. Так, интересно, я разрезал или нет? Сейчас проверим.
Да, разрезал. То есть такую кромочку сделаем филе. И здесь сделаем. Ну и пристыкуем теперь их. Ту же операцию проделаем и здесь. Так, теперь не будем отсекать, мы уже знаем, что оно так. Б. Так. И вот. Так и получилось нечто вот такое. Так, ну теперь нам надо сделать такую полосу здесь. Ну-ка. Поставим сначала ее вот так. Одну полоску. Shift D. Вторую полоску. Можно еще раз Shift D сделать. И третью полоску. Можно чуть-чуть их сдвинуть еще. Вот так, окей. Теперь давайте мы их выделим и отодвинем вот сюда, допустим, да? Окей. И скажем Alt X. И с этой стороны. Замечательно. Теперь, если мы скажем, мы хотим перенести сюда эти, да? Так. То мы сделаем следующее. Мы возьмем Shift и скажем вот так, и окей. Так. О. Ну и вот теперь вот это почему-то у нас с этой стороны напечаталось, да, странно.
скажем, тоже Shift и странно. Теперь полоски получились круговые. Удалим, это лишнее, у нас только мешаться будет. Вот так. Ну и далее выделим этот и этот. И внутрь чуть-чуть. Замечательно. Окей. Таким образом мы создали с вами корпус. Хорошо. Теперь до следующего занятия. Какой-нибудь цвет надо еще дал. Обычно мы делаем красный, да? Ну давайте так и оставим.